А ветераны МВД угрожают перекрыть дороги по всей Украине. Сделать это обещают уже на следующей неделе, если правительство не пересчитает их пенсии. Сегодня бывшие милиционеры бастовали у стен профильного министерства в столице. По мнению митингующих, вопрос о пересмотре соцвыплат затягивают умышленно. Поддержать ветеранов пришли и нардепы. Нас продолжают далее водить за низ. И Министерство внутренних справ, и Пенсионный фонд, уряд в целом, и, власне, Верховная Рада, яка не починає перегляд бюджету. 11 квітня у вівторок ми перекриваємо Супрунівську трасу у Полтавській області, вулицю Грушевського в центральній частині міста Києва, столиці. Так само ми проводимо багатолюдний мітинг, акцію протесту під Кабінетом міністрів України і під Верховною Радою України.